Во второй школе имени Абая прошли военно-спортивные соревнования, посвященные 30-летию независимости Казахстана. В городском туре участие приняли все школы города. Попробовать свои силы ребятам было предложено по одному из четырех направлений. Разборка и сборка автомата, поднятие 16-килограммовой гири, перетягивание каната и выполнение норматива по защите от оружия массового поражения. Цель – подготовить детей как бы к взрослой жизни, чтобы завтра ходили служить, было желание служить. Ну, для этого мы и готовим детей. Желаю участникам, чтобы они удачно выступили. Мы вроде готовились. Дети все подготовлены. Желаю всем успехов, удачи, чтобы все дети были победителями. В этот же день с целью военно-патриотического воспитания в учебном заведении открыт кабинет «ЖАС-Сарбаз». Для тренировок по стрельбе здесь появился электронный тир, где и прошли соревнования среди школьников. Я желаю своим соперникам удачи попасть в свою мишень. Наблюдать за ходом соревнований были приглашены участники войны в Афганистане. По их словам, нынешний подход к военной подготовке подрастающего поколения не может не радовать. У меня просто душа радуется от того, что финансовая сторона в школах стала решаться в положительную сторону. Мы сами видим электронный тир, новый кабинет, новая материальная база. А научить школьников можно при любом раскладе, было бы желание и была бы материальная база. И вот я сейчас сижу, вспоминаю, когда я служил, когда я начинал работать военруком, было немножко по-другому. Это была земля и небо вот сейчас. Поэтому у меня душа радуется. На подготовку у ребят ушло несколько недель. Зато теперь демонстрировать навыки куда проще. Многие школьники занимаются спортом и стрельбой уже давно. А некоторые из них даже планируют связать свою жизнь с военным делом. Я занимаюсь гиревым спортом уже почти 3 года. Ощущения очень хорошие. Так сказать, спортивный дух. Ну, вы сами понимаете, здесь соревнования. Ну, нужно же выкладываться по полной. Ну а так остальным желаю удачи, а так мероприятие очень хорошо проходит. Все очень хорошо, это как бы профессия, которую я выбираю по будущей. Хочу поступить по военной части, это моя заветная мечта с детства. Поэтому для меня это честь участвовать в первый раз за школу, то есть как показать честь школы, защитить честь школы, для меня большая честь. И желаю всем победы, самое главное, удачи и терпения. Я участвую в первый раз, это мой первый опыт. Очень надеюсь, что я справлюсь, я верю в это. Очень нравится. По итогам соревнования первое место заняла команда 2-й школы имени Абая, 2-е место команда 23-й школы и 3-е место присуждено 36-му лицею Экибастуза. Кроме этого, по каждому направлению были выявлены лучшие. Все победители награждены грамотами и кубками.